Прошедший год явился для нас первым годом, когда при завершении трехлетнего периода преобразования муниципального района городской округ в полном объеме прекратилось выделение дотаций в повышенном размере. То, что предоставлялось до 2020 года районному и поселенческим бюджетам. Однако исполнение бюджета проходило в относительно благоприятных условиях, чему способствовал грамотный, более жесткий, реалистичный подход формирования доходной и расходной частей. Округ вновь продемонстрировал высокие результаты в сфере управления финансами. На публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета за 2023 год, которые состоялись в администрации муниципалитета, говорили о бюджетной политике. Ранее отчет был представлен на сайте администрации, где с документом можно было подробно ознакомиться. Граждане, организации, общественные объединения могли направить свои рекомендации и предложения в финансовое управление администрации с 25 февраля по 15 марта. Постановление о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Щелково принято главой городского округа Щелково 20 февраля за номером 09. Также оно опубликовано на официальном сайте и в общественно-политической газете «Время». Исполнение бюджета по доходам составило 109,8%, по расходам – 97%. При этом прогнозные показатели по собственным налоговым и неналоговым доходам выполнены на 113,8%. В прошлом году проходила реализация муниципальных программ, затрагивающих основные сферы жизнедеятельности округа. Отличительная же особенность муниципальных программ заключается в их сопряженности с государственными программами Московской области. Все запланированные мероприятия были обеспечены 100% финансированием. Несмотря на все сложности прошедшего года, бюджет городского округа показывает стабильные результаты роста доходов, практически 100% исполнения расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ. Отчет об исполнении бюджета будет направлен в Совет депутатов городского округа Щелково. Результаты публичных слушаний будут опубликованы в установленном порядке. Ознакомиться с ними подробно можно будет на сайте администрации муниципалитета. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.